Я выхожу замуж. Скоро ко мне приедет мой жених, мой будущий муж. Он у меня самый лучший, мой зая, и я у него зая. Вообще, зая мне делала 2 раза предложение. Первый раз мы поехали в Америку, и на закате солнца я встала на одно колено. Сначала на английском, потом на русском, потом на английском, потом на русском, потом в конце на английском попросил руки и сердце. Я сказала да. Страстный поцелуй и все. А второй раз это было на Новый год, вот тот Новый год, он уже попросил руки и сердце перед родителями, все официально, как надо. Вот, ну конечно, у родителей был стапор, папа в рот воды набрал, мама распереживалась. Что надо делать? Говори. Ну, как это, мне денежки нужны? Денежки, давай и все. Самый большой. У меня самая большая такая. Хорошо. Ну, все. Ладно, пишите. Давай, давай, давай. Да, карман такой, что? За невест. Боржоми. А ты что? Давай. Я не открою, не ущи. Все, закрывай. Ой-ой-ой! Кристина. Кристина для меня самый лучший человек на Земле. Единственная, которой не найти нигде такой больше. Это человек, который помогает жить, чувствовать, что ты живешь, помогает тебе во всем в жизни. Помогает быть тебе человеком и чувствовать себя настоящим мужчиной рядом с ним. Прекрасный, замечательный, добрый и любящий человек. There's to complain about. Вот к чему пришли. Теперь у меня длинная тень. Буду сегодня невестой из теста, а завтра уже женой.